Телеканал КРТ представляє. Предстоят выборы президента в Республике Беларусь. То, что сейчас творится в Беларуси, пытается раскачать ситуацию про западные силы. Это все у нас было, мы это на Украине проходили. И в очередной раз еще раз обращаюсь к гражданам Беларуси, земляки, не повторяйте ошибки Украины. Если вы думаете, что вас не будут раскачивать и вас не будут принуждать каким-то агрессивным действием против власти, вы ошибаетесь, будут. И в покое вас никто не оставит. Если вы думаете посидеть на двух стульчиках, а вот мы хотим как в Европе, но и без Лукашенко, да не получится так. Будет даже при всех неоднозначных нюансах по Лукашенко, вот по последним заявлениям. В общем, хотите Украины, голосуйте за прозападных политиков, балаболов, которые ничего не дадут Республике Беларусь. И вы не думайте еще, земляки, что Белоруссия и Лукашенко это на века. Лукашенко тоже не вечный, нужно двигаться к государству, к единому государству с Россией. Я не идеализирую Российскую Федерацию, там такой же буржуазный капиталистический строй, в Белоруссии больше к социализму. Но тем не менее, это вопрос выживания государства, выживания нации. Республики Беларусь вообще, потому что будет гражданская война, будет. Католики начнут сейчас разделять по языковому, по вере, религии, католики православные. Поверьте, найдут тысячу всяких способов, найдут тысячу разных тем. И найдутся те, кто за деньги, как иуды, побегут, как у нас на Украине, и будут участвовать в Майдане и в гражданской войне. Вот чтобы этого не было, голосуйте за Александра Григорьевича Лукашенко, поддерживайте свою страну, свою республику, и желаю белорусам двигаться все-таки к союзному государству с Российской Федерацией. Не болтать, а уже пора что-то начинать делать. Я надеюсь, что переизбравшись, президент Лукашенко будет более активный. Ну, хотя я опять же хочу тоже тебе напомнить, что последние заявления Лукашенко тоже, знаешь, они иногда шокируют. И он тоже. И во-вторых, он себе не нашел адекватного преемника. Ну, как он не воспитывает преемников. Вот ты понимаешь, у них нет ни школы лидеров. Нету. Я считаю, там идет все нормально эволюционным путем. Еще раз повторяю, будет переизбран Лукашенко, увидишь его действия. Он сейчас перед выборами успокоит это либеральное болото. Правда, с ним заигрывать я бы тоже не советовал, но тем не менее, знаешь, не нужно разбираться в вопросах Беларуси, лучше самих белорусов. Белорусы что сами еще, что ответ. Еще?